И демократия в том, что было разное мнение. Очень опасно, если все будут поддерживать ЛДПР. Не надо, чтобы все поддерживали. Достаточно процентов 60. А 40 пускай поддерживают другие партии. Так должно быть. Упаси Бог, если будут одни плакаты «Да здравствует Жириновский». Я перестану говорить. Вот. Поэтому надо, чтобы были какие-то элементы борьбы, конкуренции. Только давайте из фактов исходить. Хоть из моих уст когда-нибудь кто-нибудь слышал что-нибудь плохое против татарского народа? Нет. Нет. Это журналист написал. Журналист. Лично от меня, из моих уст. Это не слышали. Как я сюда в зал пришли, заплатили им? Давай пойди сорви встречу с Жириновским. Ничего не сорвете. Как пришел, так и уйду. Поэтому власть надо уважать. Не нравится — 17 декабря проголосуйте за другую. Вам дано право. Почему вы приехали сюда? Объясняю. Не отдавали голоса. Правильно, вы не отдавали. А зачем тогда вы пришли на встречу со мной? Приезжать любой депутат Государственной Думы имеет право в любой город России. Ибо у нас голосование идет... Кстати, не Россия, а Татарстан. Татарстан, да. Правильно. Татарстан как часть России. Субъект. Все мы субъекты. Только одни субъекты нормально доживают, а другие психушки и тюрьмы окончают. И кто хочет таблетки, у меня еще есть.